Детская шапка Дизана из сваленной шерсти. Это такой у них стандартный ассортимент, который они уже много лет делают. Шапка с кисточкой. Внутри у нас слой, видите, хлопка для того, чтобы удобно было малышу на ушках. Вот слой. Шапка будет закрывать уши. Вы можете завязать еще под горлышком. Она теплая. Под нее, в принципе, можно поддеву не одевать, но если есть желание, можно одеть какой-нибудь хлопковый шлем. Сверху шапка. Шапка очень это популярная, горячо любимая. Всегда все в восторге от нее. Значит, 2-3 размера, как всегда. Это первый размер у нас 42-46 окружность головы, второй размер 46-50 и третий размер 50-54. То есть даже до, по сути, до возраста где-то 4 лет шапочка будет хороша. Вот третий размер, он включает в себя 4 года.